На старт вышли три команды. Команда под названием «Огонь» семьи Кульбякиных-Крастелевых заслужила первые аплодисменты своим олимпийским приветствием. Мы лучшие, да, мы огонь, к нам не подступить, нас не тронь, победим и летим, как пламя, дух Олимпиады вместе с нами! Достойными соперниками оказались команды «Олимпийцы» семьи Царьковых и команда «Лидер» семьи Амиршадян. Конкурсы были разными. Спортивно-интеллектуальный – угадать пиктограммы, к какому виду спорта относится каждая. На ловкость рук и везение – спортивная рыбалка. Что нам стоит дом построить? Оказывается, не так-то просто его и построить. И семья Амиршадян, которая лидировала, уступила в этом конкурсе соперникам. Но вот в конкурсах, где надо было проявить чисто спортивные качества, таких как бег в мешках, команда «Лидер» вышла в лидеры. Папе Минасу Амиршадян, участнику всех футбольных матчей станицы Анапской, помогал выйти в лидеры сын Эрик, дзюдоист и самбист, призер краевого первенства 2014 года в Армавире под дзюдо. Нравится в основном борьба, потому что там идет на физику и на технику, а в других видах спорта там в основном команда и нету такой... Ну, это самый распространенный вид спорта, очень его уважают в любых странах по сравнению с чем с другими. Он уступает только легкой атлетике. Получаешь настолько сильную нагрузку, после чего очень все болит, но зато сильно закален, и я редко болею. Итоги подведены, и по баллам на первое место вышла команда «Лидер». Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.